Подводный показ мод устроили в Китае. Модели там плавали в огромном бассейне на 5-метровой глубине. По их словам, шоу удалось с невероятным трудом. Наряды были сделаны из тяжелых и плотных материалов. Это было сделано специально, чтобы они держали под водой форму. А намокнув, они стали еще увесистее и сильно тянули на дно. Впрочем, и девушки, и юноши смогли выдержать это испытание. Коллекция, в которой были и традиционные китайские платья, и современные свадебные, имела огромный успех. Кстати, вместе с китайскими моделями костюмы демонстрировали также и пловцы-синхронисты из России.